Муниципальное предприятие «Детское питание» осуществляет свою деятельность с 1993 года. Здесь работает порядка 400 человек, которые производят питание и полуфабрикаты для школ города и Рязанского района, питание малоимущих в собственных столовых, а также поставку овощей в детские сады города. Контроль деятельности этого учреждения осуществляет администрация города, Центр эпидемиологии и гигиены и Роспотребнадзор. За 2015 год рассматриваем, было проведено порядка 20 проверок, в том числе 18 плановых проверок. Все пробы, все смывы, которые были взяты с оборудования и из приготовленных блюд, были отрицательные. Ну, последняя плановая проверка, которая проводилась в августе 2015 года, грубые нарушения в деятельности МП «Детское питание» не были выявлены. Были сделаны замечания по проведению косметического ремонта, были даны соответствующие предписания, которые были выполнены в установленные сроки. Кроме того, в этом году Роспотребнадзором была осуществлена одна внеплановая проверка. Тогда были выявлены небольшие нарушения, касающиеся необходимости ремонта кондитерского цеха, которые будут устранены. Проверки проходят и в школах города. Там нарушений было выявлено достаточно много. 3 года назад все школьные столовые были переоборудованы. На это было затрачено более 240 миллионов рублей. На сегодняшний момент питание находится под особым контролем администрации города Рязани. Уже состоялось ряд выездных проверок. 2/3 школ города проверены. Есть проблемы. По результатам проверки было уволено 2 бригадира поваров. Это бригадиры 33-й школы и бригадир 55-й школы за нарушение норм СанПина. 19 сотрудников пищеблока были лишены премии, и 12 сотрудникам было внесено дисциплинарное взыскание. Есть такие школы, которые замечаний не выявлено, несколько раз мы их проверяли. В самих школьных учреждениях стремятся улучшить не только санитарные нормы, но и качество питания. Для этого там созданы специальные комиссии, в которые входят родители школьников и старшеклассники. 2 раза в месяц эта комиссия проверяет качество питания, а также проходит анкетирование детей, где также дети оценивают питание в школьной столовой и могут свои предложения написать. Предложения могут внести и родители школьников. Кристина Горохова, мама ученика 5-й гимназии, побывала в нескольких школах города и лично попробовала, чем питаются дети. Пока она столкнулась с одной только проблемой – это холодное блюдо, поданное на стол. Говорив с детьми, они именно на эту проблему тоже указали, то, что хотелось бы, чтобы все-таки питание было не совсем горячим, но хотя бы теплым. Попробовав на вкус, та еда, которая была мне предоставлена, была вкусная. За 2016 год проверены все школы города Рязани на предмет соответствия контрольных блюд, меню, массы порций, внешнего вида сотрудников. Об этих проверках сами представители учебного учреждения заранее не предупреждаются. Все происходит спонтанно, поэтому сейчас все школы находятся в постоянном тонусе и стараются выполнять предписания.